Над коленочкой встала, ладошки раз,
Раз, два, три. Назад. Левая нога пошла вперед. Раз. Прыжок головы. Нога вот так начать, помнишь, да? Внутрь. Раз. Поставили. Наружу. Раз. Поставили. Под 45 градусов. Раз. И к ней потянулись. Опустились ровно, как полукругом. И пошли вместе. Ич. Раз. Плечи, бедра, пояс. И под 45 градусов. И все, камень-камень, сверху и потом пониже. Все. Это все с бедрами. Надо обязательно, чтобы пояс под 45 подвинулся. Ич. Выровняли. Плечи, бедра, рука. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Провалились. И сразу рука выкидывается выше плеча. Ич. Средний уровень. Ней правая сверху. Над коленом. И посмотрели туда, вот куда наносит. Ич. Раз. Нога спереди. И рука уже спереди. Повыше. И не здесь он далеко. Вот. И локоть как будто на одном месте держится. И как вот цепь. Веревочку. Гвоздик бить, веревочку натянуть, карандаш, и ты проводишь к нему круг. Вот мы сейчас проводим такой полукруг. Раз. Раз, два, три. Подъемы. Вверх. Внутрь. Наружу. По 45. Поставили. Ше. И пошли вместе. Эч. Ос. Ми. Ос. Са. Ос. Си. Ос. Гы. Ос. Рю. С таким ускорением небольшим. Си. Ос. Хи. Ос. Ку. Ос. Зы. Ос. Ич. Ос. Ми. Ос. Су. Ос. Си. Ос. Гы. Раз. Поставили. Полукругом. Жи. Ич. Ос. Ми. Ос. Ос. Си. Ос. 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 Си. Ос. Хи. Ос. Ку. Ос. Жи. Ос. Ич. Ос. Ми. Ос. Сон. Ос. Си. Ос. Гы. Ос. Молодец. Еще разочек. Мугури. Один раз. Хорошо. Ос. Прямо ос. Поворачиваешься. Плечи. Они же могут отдельно ходить, как бы, от бедер. Бедра стоят, а плечи крутятся. И бедра могут отдельно ходить. А тут надо сделать так, чтобы плечи, бедра повернулись вместе. 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 Потом ровненько. Раз, два, три. И здесь поставим справа. Центр, молодец. Сверху. Определенная категория людей бы в этот момент просто смотрели бы и все. А ты берешь и делаешь. Правая назад и левая сторона. Хоп, пошла, встали. Раз, наружу, вес, 45, вес, оп, ще. И пошли чуть-чуть спереди, стану, чтобы подсказывали. Ич. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Си. Ос. Гы. Ос. Ры. Ос. Си. Ос. Хы. Ос. Ку. Ос. З. Ос. Ич. Ос. Ми. Ос. Сон. Ос. И тут ручки, когда махаешь, они ровненько стоят. Си. Чу. Ос. Хы. Ос. Стали ровно. Раз. Ши. Мугури. Один раз. Каджина. Ос. 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 Ща. Никак сюда есть такое положение. Стоечка, кстати, вот. Никак себе поставила. И потом. Оп. Молодец. Мугури. Два разика, но не спеша. Главное, чтобы техника присутствовала. Со скоростью примерно
пальцами с небольшими. Ос. 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 Тут фиксация начальная, конечная позиция. Начальная, конечная. Начальная, конечная. Начальная позиция, конечная. Начальная, конечная. Начальная, конечная. Начальная. Поставим внутрь. Раз. И сюда. Ну, на ширину плечи. На руку. Раз. Оп. Под 45. Раз. Поставил на ней. Раз. После перехода в стоечку уже еще. Покатаем. Убрый. Один раз. Отжимаем. Ос. 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 И еще разочек. Мугурый. Хаджина. Ос. 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 Шин. Молодец. Единственное, что порекомендую, когда сот рукой ты делаешь, вот как вот сюда делаешь рукой, вот так руку не ставь сюда, она немножко такой вот от себя, тут 90 градусов на высоте глазок, да, немножко, чтобы она так вот жестче будет вставать, не вот так вот сюда поближе, а подальше, и здесь ручка вторая, да, ровненько, здесь она. И теперь вот эти все удары в стоечке походим немножко. Тицуя росика мы мутим первый год. Как мы ката сделали тихонка, вот эти все удары, вот они столько вперед назад будут делаться тоже. Майка на бара. Ей. Ой, ты. Чем? Молодец. Блок, видишь, ты сделал, и она там бедра по поясу судя. Они повернулись под 45. Тицуя, Роси, Гамма, Мути. Замах, поворот стопы. Переход. Хорошо. Молодец. Старайся не переходить не вот так, и сюда толкать, а раз, и что центр тяжести земли попрыгнуть, раз, на двух ножках. И вперед толкнуть, как бы, когда, во, чтобы нога шла вперед, а не немножко в сторону со смещением вот этого центра тяжести, и за счет чего может создаться впечатление, что как бы заужается, скажет, сам. То есть, под 45, молодец. Ич. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Ароси. Ароси, тицуи, это вот это положение кулака. Ароси, это направление удара. Сверху вниз. Как рубят топором. Шу, катаны рубят сверху. Ароси. Гамань лицо. Ути. Это рубящий такое. Рубящий. Эч. Ос. Ни. Сон. У начинающих поясов часто бывает, они вот так уходят чуть-чуть. Влево, вправо. То есть тут нужно стремительное движение вперед. Молодец. Заступ. Раз. Поворот. Молодец. Резко бедрами. Фум. Сам. Ос. И пошли вперед. Эч. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Эч. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Эч. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Молодцы. Молодец. Мугури. Вперед. Назад. Так. Сейчас я тебе немножко подправлю еще. Так. Я включу видео. Запишу. Как ноги ходят. Мы вместе посмотрим. И увидишь. Мугури. Так же. Ос. 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 Ос.
Сейчас. Понял смысл? А когда сам делаешь, не видно. Еще если зеркало, когда сделаем здесь, то есть можно будет напротив стоять, технику делать. И поэтому как раз вот по этой причине, когда тренер что-то говорит, а ребенок или другой спортсмен, то постарше, может думать, что придирается. На самом деле это видно. На видео можно так раз, то не сразу, наверное, обратила внимание, да? А тут раз резкий переход, как бы, ну ты уже из опыта видишь это. И мугурой вперед-назад. Постарайся шагать не в ширину, а в длину. Мугурой хочу. Хидзе это хидзе-гири, помнишь? Ребра, по ребрам держу.
хидзе нагабра тицуи, хидзе ути тицуи, то есть ударная часть тицуи, хидзе по ребрам ути, рубящий удар. Можно сказать рукой молотом, как по столу. Кто в доме хозяин? Я в доме хозяин. Ну, тут пиво, вот эти места. Эч. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Молоты. Чем. Эч. То есть точка немножко поуже, а шагать в длину побольше. У тебя ножки длинные, то есть за счет этого немножко пошире становится, так поудобнее просто получается. Сон. Ос. Молоты. А, еще разок. Ич. Ос. Молоты. Молодец. Вот эти первых три удара. Тицуя росика вануть. Тицуя комиками уть. Тицуя хидза уть. Они с бедрами делаются. Чтобы это все отрегулировать, частенько делаю по два раза. Назад. И заодно тогда рука дальше отходит. Вот. Мы сейчас этого делать не будем. Еще будет у нас время, еще соберемся когда-нибудь. Поделаем. Научим. Продолжим дальше тицу и май йога ути. Делаем всегда сверху. Рукой мы здесь, когда переходим, допустим, к противнику мы переходим. Цуки делаем, да, поворот. Переходим, мы туда толкаем ее руку, чтобы на дистанции держать. Сделать. Здесь то же самое. То есть мы замах делаем, рукой толкаем. Она не просто здесь согнута. Согнешь, уже будет не то. Будет видно, что ты знаешь, что рука должна спереди. Но не более того. А если ты будешь ее толкать, без вот этого препятствия, сама держать, раз, локоточек спереди, тоже там такое защитное такое действие. И вперед. Жестче делать, как бы, да? Видно, что ты смысл понимаешь, значит, ты более опытный человечек. Ты пошли. И пошли. Эч. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Молоты. Ще. Молодец. Эч. Ни. Ос. Сон. Ос. Молоты. Шин. Мугуры. Один раз. Хочу. Ос. 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 Шин. Ос. 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 Шин. И еще разочек шаг вперед сделай. Ич. Ос. Молоты. 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 Шажочек вперед. Молоты, шажочек вперед. Молоты, поделаем шаг вперед. Ич. Молоты. То есть сейчас поделаем шаг вперед. Молоты, шаг вперед. Молоты, шаг вперед. Молоты, шаг вперед. Молоты. На один счет сразу же. Тудум, тудум. Мугури. Хаджима. Ич. Ос. Ос. Шаг вперед. Нет, нет, нет. Дальше шаг вперед. Дальше шаг вперед. Раз. Молоты. Шесть. Ни. Шаг вперед. Молоты. Шаг вперед. Молоты. Это вот один счет, четыре движения. Ос. 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 Ши. Ич. Ос. Ни. Ос. Сон. Си. Ос. То есть на один счет сразу же. Раз, два, три, четыре. Мугуры хаджима. Ос. 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 Один. И. Ос. Доделывай. Ос. 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 Молодец. Главное не останавливаться, чтобы все четко было. Смотри, еще хитрость есть такая. Александр Иванович, когда приезжал, он показывал упражнение. Шаг вперед, мало-то, мало-то. Шаг вперед, мало-то, мало-то. То же самое. Это можно применять с любой техникой. Как с ударом рукой, как с блоком, так и с ударами ногами или связкой там. Шаг вперед, мало ты, мало ты. То есть мы поделаем вот этот удар, шаг вперед, эч. Это мы посчитаем. Мало ты, два раза. Ос, ос. Ос.
Так, вперед. Ос. Молоты. Раз. Ос. И второй раз. Ос. В тесных помещениях часто делают, большое количество людей может делать без большого смещения вот этого. И на еще сейчас сразу. Шаг, молоты, молоты. Стабилизирует баланс в стоечке, наклон вперед-назад убирает. Ровненько стоишь. Мугури, хаджима. Ос. 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 И запоминаешь, откуда... Как? Выкидывает с какой стороны? С какой стороны выкидывает? Зерна здесь, зерна здесь, гадин здесь, зерна здесь, зерна здесь, гадин здесь. Зерна, тюна, гадин. Вот. И... Шаг вперед, мало, мало. Ос. 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 И молотым. И обратно на один счет сразу же три движения. И чик. Ос. 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 Ни. Ос. 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 Сон. Ос. 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 Си. Ос. 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 Молоты. На уре. Построились. Так. Кицу и майя кути дзёдан, тюдан, гэдан. Дзёдан мы поделали, тюдан, тюдан не делали, да? Да. Майя гэдан барагей. Майты. И тюдан. Самый простой, потому что мало ты это же делаешь. Каждый раз, когда ты переходишь в твой кицу куцудати. Даже десятый, тут белый пояс, белый пояс. Белый с полоской. Синий с полоской, желтый с полоской, зеленый с коричневой полоской, коричневый с полоской. Везде дзинкуцудати. Везде. Да. То, что Айсель, допустим, либо какой-то другой спортсмен из-за этого расстраивается, что на него техника катается, но он учится переходить в стойки, баланс в стойки, ноги сильнее, быстрее переходы вот эти. Потому что из его опыта он уже ручки может себе поставить так, как ему необходимо. Кицуи, май, йога ути. Туда. Вышка здесь. Шире! Вперед туда. Пояс ровненько. Плечи ровно. Ич. Ни. Ос. Молодец. И мугури. Хаджима. Ос. Старайся вперед шагать, да, чтобы без заужения стоечки. Ос. Видишь, на видео посмотрел и получше стало сразу. Ши. Гэдон. Ич. Гэдан замах сверху. Той рукой, которая наносит. Да-да-да. Раз. Шаг вперед. Ни. Ос. Здесь замах сделай, поворот сделай и замни. Ич. Раз. Вот здесь ты смотришь через вот это вот. Здесь на ручке. Здесь. И здесь одинаково. То есть чуть-чуть раз сюда вот так. Раз. Ну, чтобы здесь вот не знаю, у нас было одинаково. Ни, шажочек. Ос. И здесь, да, где-то над коленочкой вот так. Раз. Здесь как раз, я стараюсь тут не делать вот так вот, чтобы было два кулака. Чуть повыше вот сюда. И кисть, стараться так, положение слабое, ровненько, чтобы было. Молоты. Ос. И пошли вперед. Эч. Ос. Широковато. Ни. Ос. Сзади ножка прямая полностью. Сун. Ос. Молоты. Средний уровень замах. Ич. Ос. Которая шагает, та сверху. Дж. То есть это сразу прикрылся, это замахнулся и сделал. Ич. Ос. Ни. Сон. Ос. Ич. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Молоты. Чем? Мугури. Один раз. Хорошо. Ос. 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 Чем? Ос. 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 Чем? Молодец. На ура. Ос.
Магена Барай. Ей. Майте. Тицу Йокаути Дзёрдун Тюдан Гэдан. Май Кибадати. Май – это направление вперед. Май. Йока – это в сторону. Ушира – это назад туда. Туда, назад. Май, Йока, Ушира. Здесь Май, Кибадати. Переходишь, кручиваешься. Замах отсюда. Тот же самый замах. То же самое. То есть, когда мы делали раз, здесь, а здесь мы уже не вперед смотрим, а Йока. Бок. Раз. Повернулись. Обязательно шаг сделать. Обязательно. С этого положения вот так вот спереди. Крутиться. Попробуй. Крутиться обязательно. За этим буду смотреть, чтобы коленочки пошире были. Раз. Оп. Оп. Чуть-чуть. Назад, Алёна. Ну, я сделаю чуть-чуть. Оп. Назад, да? Здесь немножко ярко. Вперед сюда. Раз. Коленочки в сторону. Спинку ровно, как раковушки. Иногда ставлю брошюрку. Поза наездника называется, ну, подписывают те, кто, ну, не знает методических названий вот этих, то есть стойка наездника. Они пишут даже не стойка, а поза наездника. И пошли дзёдан. Ич. На один счет, пока не делаем, под счет делаем. То есть замах. Ич. Замах. Раз. Ни. Шажочек. Сон. Молодец. Точно так же этим местом наносим. И выше плеча, чтобы выше плеча было. Хорошо? Вот эти вниз. Ни. Сон. Си. И еще разочек шагнем. Ич. И здесь смотри, место не поясничка, а вот пониже здесь, над попой место вот это раз. И плечи вертикально ровно они. Когда переходишь здесь, вот они вот я подержу. Тут дотронулся руками, тут пальчиками, да? Переходим, старайся, чтобы нигде не отодвинулось. Эч. Раз. То есть здесь держалось, а здесь небольшой как бы клевок такой был такой. Раз. То есть старайся ровненько делать. Замах сделай, чтобы ровненько спина. Раз. Ровненько спина. Сделай. Раз. То есть замах ровненько, чтобы спинка. Без такого наклона и выравнивания потом. Сам. Мало это делается без скручивания плеч, без скручивания бедер, просто замах, но пальцы снизу при замахе. Если с тюном или дзёдом. То есть пальчики здесь снизу, здесь корпус вертикально кулача. И пошли плеч слева. Ни. Сон. Эч. Ни. Сон. Эч. Ни. Сон. Маоте. И пошли. Ич. Ни. Сон. Ич. Ни. Сон. Ич. Ни. Сон. Маоте. Путается как бы. Потому что раньше такого не было еще смена вот уровня. Тут, здесь, здесь. И пошли. Мугуры до самого конца. Хаджима. Другой рукой просто замах. Ши. Ищ. И пошли еще разок. Мугуры до самого конца. Хаджиме. И про позицию коленей помнишь, да? Колени. Раз. То есть раскрыться. Во. И стопы. Молодечек. И тюдан. То же самое. Тюдан. Мугуры. Вперед. Назад. Хаджиме. Гэдан, подсчет ич, скрутились, спинка ровненько, ровненько вот в этом месте, лопатки, поясничка ровненько, ни, шажочек вперед, сон,
Да. Эч. Yes. Какой рукой будешь делать? Левой. Ни. Сон. Yes. Стараться без топания, то есть плавненько, мягенько. Эч. Потом научиться определенные мышцы расслабляться, определенные напрягаться, чтобы это было мягенько, как кошка такой, пантера. Ни. Сон. Ос. Маваты. Ос. Ич. Ни. Ос. Сон. Ос. Ич. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Вот здесь вот, сбоку. То есть на небольшом расстоянии, если вниз продолжить, да, то есть небольшое расстояние. Маваты. Средний уровень под руки, да. И мугури до самого конца. Ну, вперед-назад. Хаджима. Науре. Молодец. То есть вот удары все. Только что не кайся, дайте будет стоечка. Thank you.
спич, поворот стопы. Обязательно всегда переход. Переход, и только после этого руки. Раз. Ич. Здесь косточка, помнишь, да? Косточки сюда. Раз. Потом как долик. Да. И здесь, смотри, еще когда ты перешла, подняла вверх, не над головой, Мурат, фигуру, у меня ошибочка, он над головой ставит. Тут ты поднимаешь вверх, чтобы вот позиция силы была. Потому что если здесь вот сама, когда ты села, это слабое место какое-то, здесь у тебя уже ничего не получается, если человек с ножом, то он шира тебе там воняет. А здесь ты бороться можешь. То есть положение сильнее будет. И запас сильнее будет. Отсюда вот это все. Тут руки напряжены будут, а вот в этом положении можно вертикально здесь вот так добраться. Отметочку. Раз, здесь вперед, а здесь назад. То есть раз, два. Вперед, как будто ты вот пальцем джум, туда. Маги сделали. Что-то вроде того, чтобы становишься боевую стойку становишься. Задней ногой ты не делаешь ничего туда. Хорошо. То есть отбила и сверху пальцем. То есть можно тут ребром ударить в шею, а можно пальцем по глазикам как бы. Вот, весь человек. Продолжить дальше. Любую комбинацию, которая у тебя хорошо получается. То есть смысл в том, что ты сблокировала. То есть тут такое движение вперед такое. Разгибание руки, разгибание вперед. А левая рука реверсивная, она назад двигается. Как ударит отсюда. Здесь вперед, как будто ребром ладони. Ты отлетишь назад. Понял смысл, да? То есть так.
И пошли вот, ич. И на один счет, шаг вперед, ич. Поворот, переход обязательно. Не поворот, переход. Малты, передний ногтин сразу, раз. И центр тяжести отсюда, вперед, раз. И полностью сюда, поворот резкий. А если будешь просто делать поворот, то такое болтание будет. То есть сразу, раз, вперед, оп, и поменяла бедрами. Молодец. И мугурой три раза вперед, три раза назад. Хочу. Таким как будто попой раз, туда попу подставить назад. Таким разворотом. Ну, были вперед назад. Один раз качу. Перешла и попа. И тут та же самая. Переход. Техника. Переход. Техника. Переход. Техника. Еще разок. Переход. Техника. Молодая. Раз. Повернулась. Не. Сам. Молоты. Чуть поглубже, да. Если недалеко, то узенькое будет. То есть подальше чуть-чуть. Раз. Поворачиваемся. Раз. И вот около дела. Пошире не хуже, если слишком широко не будет. Это уже критерий там зеленый или повыше там какой. На этот пройдет как бы. Главное, чтобы вот позиция силы вот эта была сильная. Да, не близенько. Чтобы вот сильно, чтобы передние ноги были вот сейчас здесь, здесь выровнено, здесь вот так вот. Держись, 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 держись. Раз, вот так вот. Надави, ножку подними и на одной руке сможешь. Вот такое положение должно быть. Опускай ножку. То есть такое положение в локте. Рука, корпус, пресс тоже напряженный, с корпусом снизу, то есть серьезно, чтобы и здесь не сломаться, и здесь не сломаться, и тут не сломаться, как бы, чтобы вот такое жесткое положение, и все усилие в ноги туда уходят, в ноги туда. То есть, если кто-то что-то, ну, какое-то давление, ты вперед, и вот ногами тоже упираешься, чтобы, если давить будет, у тебя не ручка сломалась, и не поясница отклонилась назад, а как, ну, Mortal Kombat, прям в этой стойке по земле едет и пыль такая. Типа такого что. Кавры. Полз. Сейдзе. Так, надо наших запускать. Барабульку. Устала?